акция «Пушистый патруль» прошла для мурманских ребят. Первый этап акции – знакомство с правилами поведения на дороге, которые рассказывает собака Плюша. Песик на картинках делится простыми истинами о том, как правильно переходить дорогу и безопасно ездить в общественном транспорте. Эти картинки можно найти на сайте «Северпост», в группах во ВКонтакте, информационного агентства «Северпост», «Артик ТВ» и «Регион 51». Второй этап – знакомство детей с правилами дорожного движения и собаками. Игры, познавательные ролики, проверка знаний на практике. Пошли, можно, Муха, уже можно переходить. Что участники акции запомнили? Об этом мы спросили у ребят. Когда ты стоишь на пешеходном переходе, надо всегда переходить только на зеленый цвет. А если нету светофора, то нужно всегда смотреть по сторонам, влево и вправо. Тогда ты убедишься, что машин нет. Автобус надо переходить на задней стороне. Весело мчать на самокате, но если впереди дорога, надо остановиться и идти пешком, а самокат пусть едет рядом. Рекомендуем провести дома свои семейные акции, игры, познавательные беседы о ПДД. Дети должны знать простые правила безопасного поведения на дороге.